Количество не имеет значения. Привет, друг! Если ты открыл это видео, значит, ты хочешь увеличить количество своих отжиманий от пола в кратчайшие сроки. Не знаешь, зачем тебе это, поэтому повторюсь. Количество не имеет значения. Но я гарантирую, что досмотрев этот ролик до конца, ты сможешь сразу же увеличить свой максимум ровно в 2 раза. Сейчас я покажу тебе, что нужно делать для того, чтобы увеличить количество твоих отжиманий. Если ты не понял этой аллегории, то объясню на слова. Все, что тебе нужно сделать, чтобы быстро увеличить количество повторений, причем не только в отжиманиях, но и в любом другом упражнении, это положить болт на технику. Вот так должны выглядеть отжимания от пола. 4 секунды вниз, пауза в нижней точке, 4 секунды вверх, пауза в верхней точке. Это именно та техника, которая дает тебе максимальную отдачу, как в плане силы, так и в плане мышц. Потому что в этом варианте у тебя огромное время под нагрузкой, плюс ты полностью исключаешь инерцию, двигая свое тело в пространстве только за счет сокращения и расслабления мышц. Конечно, так делать отжимания очень тяжело, и поэтому я смогу сделать, скажем, 25 повторений. Но что если я хочу сделать не 25, а 50 отжиманий? Тогда я могу воспользоваться своим советом и положить болт на технику. Какие там 4 секунды вниз и 4 вверх? Я ведь могу просто начать фигачить отжимания без остановки, вовсю используя гравитацию и инерцию, чтобы облегчить себе задачу. Готово. Я смог удвоить количество своих отжиманий буквально за пару минут. Конечно, толку от них стало в 2 раза меньше, но главное ведь это не эффект, а то, что можно теперь похвастаться, как много отжиманий я делаю. YouTube просто кишит видео всех этих мамкиных рекордсменов, которые делают по 50-100 повторений в одном подходе, но, честно говоря, я видел всего одного человека с действительно качественной соткой. Всем привет, друзья, с вами Всеволод Фиолковский, и сегодня я постараюсь выполнить 100 качественных отжиманий за один подход. Раз, два. Я даже размещу ссылку на этот ролик и на его канал. Рекомендую перейти и посмотреть, потому что там много всего действительно полезного и интересного. Пользуясь случаем, передаю Всеволоду привет. Но как быть, если я хочу сделать не 50, а 100 отжиманий в одном подходе? В таком случае я просто воспользуюсь советом еще раз и положу еще один болт на технику. Все знают, что при выполнении отжиманий нужно напрягать мышцы кора и не допускать провисания в пояснице. Но ведь это очень тяжело, много мышц работает, нагрузка больше. Да и какой в этом смысл, если цель состоит в том, чтобы сделать как можно больше повторений? Решено. Расслабим поясницу и будем работать только верхней половиной тела. Так и вес, который нужно отжимать, уменьшится в 2 раза. Из 25 отжиманий сделать сотку буквально за несколько минут. Вот бы такие финты можно было бы делать зарплаты. На самом деле можно, но об этом я расскажу как-нибудь в другом ролике, потому что мы еще не закончили с отжиманиями от пола. У зрителей нашего канала может возникнуть впечатление, что я пренебрежительно отношусь к кроссфиту. Но это не так. На самом деле эти ребята меня действительно восхищают. Серьезно. У них редкий дар брать отличные упражнения и превращать их в бесполезную фигню. Dip. Now bring your knees up. There you go. Ease up. И если с подтягиваниями с помощью киппинга многие уже свыклись, то новую технику отжимания от пола, я уверен, далеко не все еще видели. А между тем, здесь уже обычным болтом не обойтись. Нужно что-то посерьезнее. Используя особую уличную магию, я без труда поднял количество повторений еще в 2 раза. Да как так-то, а? Все просто. Теперь в упражнении есть фаза полного отдыха мышц, и оно из силового превращается в циклическое. В конце ролика мне бы хотелось повторить главную мысль. Количество не имеет значения. Это тупая пузомерка, которую придумали люди с заниженной самооценкой, чтобы потешить свое ЧСВ, сравнивая себя с другими. Но если ты приходишь на площадку за настоящей силой, ты должен фокусироваться не на количестве, а на качестве выполняемых повторений.
На этом все на сегодня. Если согласен со мной, ставь палец вверх и скидывай это видео друзьям, которые в погоне за количеством совсем забыли о том, как должны выглядеть настоящие отжимания. А если не согласен, пиши в комментариях свое мнение, будем обсуждать. Ну а для тех, кому понравился ролик и кто хочет поддержать наш канал, хочу напомнить, что на сайте магазина workoutshop.ru продаются вот такие классные футболки с логотипом сегодня, вся прибыль от которых идет непосредственно на развитие нашего YouTube-канала. С вами был Антон Кучумов, канал Street Workout. До встречи на уличных площадках вашего города. Летели облака, летели далеко, как мамина рука, как папина трико, как рыбы корабли, как мысли дурака, над стеклами земли летели облака.